Здравствуйте. В эфире «Парасад», программа Североказахстанского государственного университета имени Манаша Кузыбаева. И с вами я, ее ведущая Ангелина Цвингер. Все самое важное и интересное из жизни университета в ближайшие 20 минут. Будьте в курсе студенческой жизни. Оставайтесь с нами. В минувшую субботу исполнилось ровно 110 лет со дня рождения нашего земляка, великого русского писателя Ивана Петровича Шухова. Вашему вниманию предоставляется видеоролик, специально подготовленный к столетию выдающегося писателя. Августа 1906 года в станице Пресновской в семье крестьянина гуртоправа Петра Семеновича и Ульяны Ивановны Шуховых родился сын Иван, будущий писатель. Пресновская – одна из старых казачьих станиц знаменитой Горькой линии, а ныне село Пресновка Жамбылского района. Шухову, потомку тех казаков, самим временем суждено было стать свидетелем революционных потрясений и преобразований в казахской степи. С 1914 по 1917 годы Шухов учится в Пресновской начальной школе, которая сегодня носит его имя. Следующие 6 лет учится в Петропавловском педагогическом техникуме, и именно в это время он публикует свои первые стихотворения в газете «Юный степняк». С 1925 по 1927 годы он студент рабфака в Омске. По его завершении едет в Москву с намерением поступить в литературный институт имени Брюсова. Но институт закрылся, и Шухову удается сотрудничать в редакциях газеты Москвы. Занимаясь журналистской деятельностью, много ездил он по Уралу, по Волжью, Казахстану. Здесь начинается его литературный путь. Вслед за газетными очерками начинают выходить его известные романы. Иван Петрович широко известен прежде всего как автор романов «Горькая линия» и «Ненависть», рассказывающих о первоцеленниках и коллективизации на севере Казахстана. Они переведены на языки многих народов мира. В годы поднятия целины Иван Шухов становится одним из лучших летописцев всенародного целинного подвига. Это исключительно напряженное и плодотворное время. Много ездил Шухов по колхозам и МТС Пресновского района, по Кустанайской, Североказахстанской и другим областям Казахстана. Пытливо всматривался в людей, первопроходцев, новоселов. Наш писатель, так уважительно говорили люди о Шухове. В эти же годы Шухов много работает над переводами произведений казахских писателей Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Габита Мусрепова, Габидена Мустафина. 11 лет Шухов работал главным редактором республиканского журнала «Простор». За эти годы журнал получил высокую оценку читателей и литературных критиков. В конце 60-х, начале 70-х годов Шухов работает над большим автобиографическим циклом «Пресновские страницы». Естественное желание, видимо, каждого немолодого писателя вернуться на страницах книги к началу дороги, заново осмыслить увиденное и пережитое. За книгу «Пресновские страницы» писатель был удостоен государственной премии Казахской ССР имени Абая. Также Иван Петрович Шухов награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени и Орденом Дружбы Народов. Литературное творчество Шухова самобытно как по тематике, так и по художественному своеобразию почерка. Когда речь заходила о своеобразии того или иного писателя, Иван Петрович Шухов любил повторять понравившееся ему изречение Сент-Экзюпери «Откуда ты родом? Я родом из своего детства». Бескрайние ковыльные степи, грустно синеющие вдали росчерки березовых перелесков, обнаженные вершины придорожных курганов, трубный клич поднявшихся на рассвете с воды лебедей и ослепительно сияющая под полуденным солнцем гладь озера. Надо было все это впитать в себя и полюбить, чтобы затем этот мир засверкал в своем художественном отражении под пером Шухова. Писателем написаны произведения, наполненные силой большой любви к родному краю и населяющему его народу. Я хорошо знаю силу великого плодородия этих степей и люблю этот край жемчужных озер и светлых березовых перелесков глубокой сыновней любовью. Эти слова Шухова откровенно звучат эпиграфом, пронизывающим и раскрывающим все его творчество. Говоря о жизни и творчестве Ивана Петровича Шухова, нельзя было не посетить его родину Пресновку и его родной дом. Здесь Иван Шухов жил с 1943 по 1957 год. На территории усадьбы раскинулся большой сад, а за ним бесконечная гладь озера. После смерти писателя по постановлению Совета министров Казахской ССР от 21 декабря 1981 года здесь решено было создать литературно-мемориальный дом-музей имени видного писателя и общественного деятеля Ивана Петровича Шухова. В 1986 году он распахнул свои двери для посетителей.
Дом-музей состоит из литературного и мемориального разделов. По самому интересному мемориальному мы совершили экскурсию. Дело в том, что здесь воссоздана обстановка двух реальных комнат – кабинета и гостиной. Первая довольно скромная, но очень уютная. Здесь Иван Петрович принимал всех, кто приходил к нему за советом, добрым словом. Здесь за чашкой чая он подолгу беседовал со старыми казаками. В кабинете находятся подлинные вещи – шкаф, письменный стол, ручка, пишущая машинка, чернильный прибор, очки, настольная лампа и диплом почетного гражданина города Петропавловска. Находясь в этой комнате, возникает ощущение того, что хозяин только что вышел ненадолго. Даже небрежно накинутый на спинку кресла его пиджак говорит об этом. Дом имеет также веранду и мансарду, которые тоже в свое время служили Ивану Петровичу приятными уголками для вдохновения. В целом, эти комнаты, в которых многие годы жизни провел Иван Петрович Шухов, прекрасный памятник замечательному казахстанскому писателю, добыли в сердце любившему свой край. Это памятник его волнующей жизни. Здравствуйте, в эфире «Парасат» – программа Североказахстанского государственного университета имени Манаша Казыбаева. Вот уже 20 лет с этих слов мы начинаем нашу программу. «Парасат» – первая студенческая телестудия в Казахстане. Единственная студенческая программа, имеющая выход в телевизионный эфир. Вот уже 20 лет «Парасат» достойно входит в ряды североказахстанских средств массовой информации, освещая самые важные и интересные события из жизни главного научно-образовательного центра региона Североказахстанского государственного университета имени Манаша Кузыбаева. На протяжении двух десятилетий «Парасат» сопровождает будни сотрудников и студентов нашего университета, придавая жизни вуза новые краски. На первый взгляд, обыденные каждодневные события, которые происходят в любом учебном заведении, с легкой руки команды пресс-центра превращаются в нечто более значимое. Но большая часть информационного контента передачи представлена тем, что действительно достойно внимания широкой аудитории. Хотелось бы отметить, что телестудия «Парасат» делает очень много фильмов по юбилейным датам. Это юбилей пусть университета, юбилей академика Манаша Кабашча Казыбаева, имя которого носит наш вуз. Наша телестудия «Парасат» снимает фильмы о каждом факультете. Очень подробные, детальные, для того, чтобы и население знало, и наши абитуриенты имели представление, да, о нашем вузе, о тех специальностях, по которым готовит наш университет. Съемка, текст и монтаж – основные стадии процесса подготовки телевизионного материала. Каждый из этих этапов находится под контролем руководителя пресс-центра, диктора высшей категории, выпускницы Московского института радио и телевидения Рахимы Бесеновны Жумабаевой. Несмотря на то, что наша телестудия «Парасат», она небольшая, студенческая, тем не менее, вот телевизионный процесс, он ничем не отличается от процессов на больших, серьезных телевизионных каналах. Поэтому работают здесь профессионалы, но прежде всего я хочу сказать, что это они все выпускники нашего университета, просто заканчивали разные специальности. Я бы хотела назвать Валеру Чинишлова. Он не первый год работает на телевидении, он видеоинженер монтажа. Это прекрасный человек, любящий и знающий свое дело. И есть у нас многостаночник, мы так называем, Олега Петухова. Это человек, который, в принципе, выполняет любую телевизионную работу. И очень хорошо. Он не только фотографирует, он прекрасно снимает, замечательно чувствует кадр. Он у нас макетирует газету, он у нас занимается монтажом. То есть любого сотрудника нашего пресс-центра он в любой момент может заменить. Ну и, естественно, без оператора на телевидении понятно, что никак не обойтись. Поэтому есть у нас и оператор, чьи съемки вы видите в программе «Парасат» Женя Сабельмашинов. И, конечно же, редакторы, процесс творческий на телевидении, самый ценный. У меня замечательные девочки, редакторы. И помогают им корреспонденты. Это уже девушки и юноши из числа студентов, обучающихся по специальности журналистика.
Основанная как студенческая, телестудия давно уже переступила границы университета. Передачу «Парасат» еженедельно можно увидеть в эфире телеканала «Казахстан Петропавл». Тот факт, что ее потенциальным зрителем являются все североказахстанцы, возлагает на редакцию большую ответственность. Ведь в ее составе, помимо дипломированных специалистов, работают студенты, которые только начинают постигать азы журналистской профессии. Пресс-центр, имея хорошую материальную базу, активно участвует в подготовке студентов специальности журналистика. Понятно, что без практических занятий, без практических навыков учебный процесс можно считать несостоятельным. Поэтому элективные дисциплины, которые есть на этой специальности, они проходят у нас здесь, на базе нашего пресс-центра. Ребята, пришедшие учиться на эту специальность, впервые знакомятся с телевизионной техникой, с телевизионным материалом, со съемками, с монтажом здесь у нас на «Парасате». «Парасат» – это творческая мастерская для студентов специальности журналистика. Многие элективные курсы проходят в стенах телестудии «Парасат» с использованием современного технологического оборудования, которым оснащена наша телестудия. Во время больших перемен наши студенты имеют прекрасную возможность выходить в прямой эфир с различными рубриками. Сегодня в составе редакции пресс-центра 4 редактора, оператор, фотокорреспондент, видеоинженер и 3 студента, которые занимают должности корреспондентов. Этот год для меня последний в звании студентки. И, естественно, спустя время я буду вспоминать студенческие деньки. Но в особенности я никогда не забуду телестудию «Парасат». Откровенно говоря, я видела себя журналистом, но даже не задумывалась обо всех тонкостях этой профессии. Благодаря телестудии мои мечты воплотились в реальность. Я стала раскрывать свой талант, развивать творческие способности и, самое главное, у меня исчезла боязнь камеры. Огромную благодарность хочется сказать Рахиме Бесеновне, руководителю телестудии «Парасат», потому что на ее занятиях она у нас проводила пары по дикторскому мастерству, и там она научилась нас действительно говорить правильно, помогла поставить голос. И это, пожалуй, голос – это самый главный инструмент журналиста. Как известно, большая часть работы на телевидении остается за кадром, а часовые съемки, написание закадрового текста и тщательный монтаж. Итогом всей этой работы становится 3-5-минутный новостной сюжет. Сотрудники могут часто меняться, приходят новые молодые журналисты. Однако остается и костяк, который создавал первое студенческое телевидение. Сегодня студенческая жизнь полна ярких событий. Представляя собой эпицентр североказахстанской молодежи, университету есть чем поделиться со зрителем. Я регулярно смотрю студенческую передачу «Парасат». Там можно узнать много нового о наших студентах. Мне в основном нравятся такие рубрики, как «Мой факультет» и «Наши таланты». Коллективу телестудии «Парасат» желаю творческих успехов и новых достижений. Мы регулярно смотрим программу «Парасат». Это очень интересная и познавательная программа. Там показывают наши студенческие, художественные, спортивные жизни, где мы участвуем в разных конкурсах. От всей души хочется поздравить коллектив пресс-центра «Парасат» с его 20-летием. Для нас всех это весьма значимая дата, ведь «Парасат» является, так сказать, первым аэродромом на пути к профессиональному успеху для будущих журналистов. Мы уже сейчас пишем статьи, с интересом смотрим программу «Парасат» на областном телевидении. И это все дает нам новый стимул для дальнейших достижений, новых свершений на пути к профессиональному успеху. Сложно переоценить роль пресс-центра в СКГУ. «Парасат» – надежный спутник нашего университета, свидетель его побед и достижений. Вот уже 20 лет телестудия «Парасат» является жизненным пульсом нашего университета. Благодаря телеработе телестудии мы узнаем новости, которые происходят в нашем университете, имеем возможность быть в центре и в курсе всех событий. Мало совершать какие-то прорывы в науке и технологии, мало предпринимать какие-то шаги по развитию, по укреплению отношений. Очень важная задача – научиться и суметь донести до масс, правильно проинформировать. Ведь информативность на сегодняшний день – это глобальная задача, которая направляет общество, направляет массы. Выпускники, прошедшую школу «Парасат», сегодня являются сотрудниками редакции ведущих средств массовой информации Казахстана, зарубежных стран и области. Многие из них не теряют связи с родным «Парасатом».
Признаюсь честно, что я всегда с нетерпением ждала пары, которые проходили у нас в павильоне, а встречи с Рахимой Бесеновной всегда были для нас незабываемыми и очень интересными. Прежде всего, для студентов-журналистов это огромный опыт. Там мы учились писать наши первые тексты, проговаривать сложнейшие скороговорки. И самый незабываемый интересный момент для меня, конечно, был это прямые эфиры. Сейчас, после нескольких лет, осознаешь, что это было действительно самое счастливое время, потому что мы делали материалы такие легкие, такие, можно сказать, добрые. Все делалось, знаете, как писалось от легкой руки. Ну и сейчас, конечно, я не жалуюсь. Сейчас я работаю в агентстве «Хабар» корреспондентом итоговой аналитической программы. Конечно, это немножко другой уровень, да, но без подготовки, без знаний, накопленных за несколько лет до этого, мне кажется, нельзя проработать где-то в другом республиканском телеканале. Студенческая студия «Парасат» – это был на самом деле самый первый опыт практической журналистики. То есть если нам преподавали там какие-то теорию, азы, а на деле, что такое тот же синхрон, интервью, как строится сюжет, делается монтаж, мы впервые узнали там. «Парасат» действительно дал очень многое. Он дал понять, как работать, как действовать, как быть. И я думаю, что для всех студентов Североказахстанского государственного университета отделение журналистики – это большая школа. Именно оттуда нужно начинать. Мало воспринимать какие-то теоретические знания на лекциях, на семинарах или еще где-то. Важно подкреплять это. И на «Парасате» это дают. Дорогой и любимый коллектив телестудии «Парасат», я поздравляю вас с 20-летием. Хочется каждому из вас пожелать здоровья, счастья, успехов, побольше интересных программ и благодарных зрителей. Всего вам доброго! 20 лет – сравнительно большая цифра для студенческой студии. В чем же секрет долголетия и стабильности «Парасат»? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, советуем внимательно посмотреть нашу программу. На этом наша программа подошла к концу. Также наши выпуски вы можете увидеть на сайте www.nkzu.kz. Увидимся ровно через неделю в это же время. До свидания.